Всем привет, мне пришла очередная посылка, давайте будем ее вскрывать. Написано, что здесь микрофон Fur Wine Shield. Действительно, я заказывал такую штуковину, как защита микрофона, защита вот этого рекордера, защита от ветра. И в принципе, она идет, я так понимаю, универсально, я заказывал для зума, но она должна по размеру подходить. Давайте распакуем, посмотрим, подойдет она или нет для меня. Очень ждал эту штуковину, потому что в принципе без нее снимать на улице нереально. Так, здесь пусто, да? Вот так вот она у нас выглядит, вот в таком вот защитном пакетике, так сказать. Тут еще нам положил продавец какую-то информацию. В общем-то, молодец продавец. Я так понимаю, что эта штуковина универсальная. Давайте будем ее доставать. Так, выглядит очень мягко, так приятно, похоже на маленькую шапочку. То есть зимой, если вы очень маленький человек, вы сможете носить ее как шапку. Ладушки, давайте попробуем установить. Ну, в принципе, очень даже неплохо. Как видите, вот так вот она у нас будет выглядеть. Очень даже неплохо. Такое вот мягенькое. Я попробую потом записать, и возможно, если вам интересно, напишите в комментариях, если вам интересно, и я покажу, есть ли разница с этой ветрозащитой и без нее, насколько качественно, насколько она отрабатывает себя. Ссылка на эту ветрозащиту будет в описании к этому видео. В принципе, я так понимаю, она вот универсальная, то есть вы ее можете прицепить как вот сюда, на этот таскам, так и на различные зумы. Эта штуковина у вас регулируется в широких пределах. И смотрите, ну просто огромный запас еще есть. Вообще, просто супер. Так что буду рекомендовать данного продавца. В принципе, все меня устраивает. Ну что ж, на этом у меня все. Если это видео вам понравилось, не забудьте его поддержать. Не забудьте написать позитивный, интересный комментарий. Ссылка будет в описании к видео. Не забудьте подписаться на канал, на группу ВКонтакте и участвовать в конкурсе. Увидимся в следующих видео. Хорошего вам настроения. Пока.